Ну, судя по тому, что происходит на Украине, мне кажется, да, Запад пытается вести против России определенно холодную войну. Пока что холодную, хотя действия, когда это переходит уже в физические действия, мне кажется, это уже не холодная, а горячая война. Но то, что происходит на Украине, я бы назвал больше экономическим делом, нежели политическим. То есть экономика подталкивает политику действовать именно вот так, жестко. Вот. Я бы советовал вам посмотреть о трех проданных регионах Украины. То есть почему и что происходит именно сейчас в зоне Украины. Мне нравится, что Россия не дает отпор, что Россия дает отпор, в общем-то, своими политическими заявлениями и показывает о том, что мы готовы, я думаю, применить, это ужасно звучит, огневую мощь, но надеюсь, что до этого не дойдет. Мне бы крайне не хотелось, потому что Россия огромный регион, а все центральное сосредоточено на Москве. И это значит, первые удары пойдут по Москве. Это не совсем разумно. Вот. И я бы очень хотел, чтобы волевые люди и разумные люди приняли решение и смогли урезонить этот экономическо-политический конфликт.